один из важнейших праздников, День Победы, 9 мая. Поэтому позвольте вас всех лично и от нашего корпуса депутатского поздравить с тем праздником, с наступающим. Хочу всем пожелать крепкого здоровья, счастья, побольше улыбок. Но сейчас, в такое непростое время, конечно, я думаю, мирного неба над головой. С наступающим праздником, дорогие друзья! Добрый день! Мне хотелось бы присоединиться к словам Дмитрия Владимировича. Всем пожелать прежде всего крепкого здоровья. Праздничный концерт. Народом Европы свободу принес жаркий солнечный бар. На площади Веры спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной ходила, песню сводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Тебе помогу. Ах, неспроста так уныло сияет звезда.